Нижегородская «Волга» держала победу в очередном туре первенства России среди команд ФНЛ. Команда Андрея Талалаева гостила в самой западной точке лиги в Калининграде. До этого матча местная «Балтика» шла по турнирной дистанции без поражений. Но в этой игре серия закончилась. Единственный мяч забил форвард Никита Саталкин. 1-0 победа «Волги». Нижегородский клуб поднялся на третью строчку в турнирной таблице. До лидеров всего 2 очка. Следующий матч – домашний 31 августа. «Волга» принимает «КамАЗ».